Сделать доброе дело смогли в этот день посетители гипермаркета в селе Юдино. Для этого нужно было купить любой товар на свой вкус и положить его в специальную корзину. Сегодня проходит акция, которая называется «Добрая покупка». Это уже вторая акция, которая в 2017 году проходит в Одинцовском муниципальном районе. Цель акции – собрать продукты и предметы, необходимые для жизнедеятельности людей. В первую очередь акция нацелена на оказание помощи людям, находящимся в трудной жизненной ситуации. «Добрая покупка» – акция, в которой может принять участие любой желающий. Например, в преддверии нового учебного года пожертвовать школьные товары – краски или тетрадки. Помимо принадлежности для учебы, многие опускали в корзины продукты с долгим сроком хранения. Крупы, макароны, конфеты, консервы и орехи. Были среди неравнодушных и такие, кто подошел к выбору товара осмысленно. Я подарок сделал, значит, глобус. Мне очень понравилось название, там написано на коробке «Мир в твоих руках». Хочется пожелать тем ребятам, которые будут получать эти подарки, чтобы у них все было в жизни хорошо. И чтобы они сами со временем смогли бы дарить такие же подарки тем, кому тяжело. Такие акции направлены прежде всего на поддержку малоимущих слоев населения, многодетных, одиноких пенсионеров, инвалидов, людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию. У нас на учете в Управлении социальной защиты населения находятся люди, которые постоянно оказываются государственной поддержкой. То есть мы этих людей знаем. Плюс у нас на учете в участковой социальной службе точно так же на патронаже находятся семьи с детьми в трудной жизненной ситуации. Мы тоже эти семьи знаем. Поэтому мы знаем, кому передать. Нам нужно что передать от всех. Активное участие в акции «Добрая покупка» приняли и волонтеры, ученики Дубковской школы. О благотворительности эти ребята знают не понаслышке. Иногда им нужно деньги на что-то важнее. Вот, допустим, альбомы, краски. Им хочется порисовать, а денег нету. Надо же помочь как-то. Вот у них может быть серьезная операция, собирают деньги. А кто им подарит альбомы, краски? Только такие люди добрые. Те, кто не смог принять участие в благотворительной акции, но хочет помочь нуждающимся, может обратиться в Одинцовское управление защиты по адресу, указанному на экране. А эти собранные товары люди, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию, получат уже в ближайшие дни. Анна Пряхина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».